декабря. А ты знаешь, что это значит? Это значит, что пора готовиться к Новому году. А значит, надо украсить комнату, поменять постельное белье, приготовить вкусняшки, так что еще куча дел. А почему до Нового года так мало дней? Эй, ТикТок, у вас вроде Катя Лель завирусилась. Я больше похожа на персонажа из Just Dance, который Распутин танцует. Я очень хочу сейчас начать украшать комнату. Но, наверное, я сейчас помою голову и потом буду наводить порядок, а также я поменяю постельное белье с птичек на поняшек. И, кстати, у меня есть мысль. Я надеюсь, что она вам понравится. Я хочу каждый день снимать влог, ну, как я и до этого делала, только каждый день. Я хочу попробовать провести челлендж, чтобы проверить себя, понять свои возможности. Особенно в Новый год, когда это самая вдохновляющая пора, и когда я такая окрылена. Поэтому я запускаю челлендж каждый день со мной. Я уже прикрепила бантик и хочу под подоконником спрятать гирлянду, чтобы она вместо светодиодной ленты была. Сейчас буду выполнять вчерашние планы, такие как поменять постельное белье и доукрашать комнату. Я, к сожалению, вчера легла спать, не доукрасив комнату, потому что мне сильно заболела голова. День предстоял насыщенный, поэтому я вот уже вечер, а я только дома. Предлагаю начать с какао. Думаю, повесить гирлянду под подоконником – это одна из лучших идей. Пойдем поукрашать. А что еще нужно сделать перед украшением комнаты? Правильно, переодеться. Музыка под атмосферу. С самого начала. Спасибо. Потрясающий плейлист. Только зависает. Кстати, оцените причесон. Ну что поделать, настроение такое. Хочется разукрашивать ёсочки, снежиночки ловить. Настроение такое мисипичное. Ну что? Нельзя. Нельзя? Кто? Кто? Кто мне запретит? Ха-ха-ха. Первым пойдет кроватка. Кажется, лампа немножечко скучно выглядит, поэтому я хочу ей добавить бантики.
Выглядит немного странно, но, как по мне, это уже намного интересней. Наша любимая. А снег не перестает идти. Гирлянда все так классно подсвечивает. Недалеко от кровати, близко с обогревателем. И довольно светло. Не знаю, как вы, но я очень надеюсь, что это настроение мне продлится очень долгое время. Может, мандаринки купить?